Практически 2 года бывший король Испании Хуан Карлос I провел в добровольном изгнании в Абу-Даби. Однако 19 мая стало известно, что экс-монарх возвращался на родину, где провел 4 дня. В заключительный день Хуан побывал в Мадриде во дворце Сарсуэла, где спустя долгое время наконец-то воссоединился со своей семьей и обсудил важные вопросы. Источники утверждают, что сын Карлоса I, король Филиппе VI, старался дистанцироваться от отца после скандала с финансовыми махинациями Хуана. Однако в этот раз Филиппе пришлось взять себя в руки и лично пообщаться с родителем. Сообщается, что экс-монарх провел долгую беседу за ужином вместе со своим сыном, а также своей супругой, 83-летней королевой Софией Греческой. Его Величество король и Дон Хуан Карлос долго беседовали о семейных проблемах, а также различных событиях, которые произошли в минувшие годы в испанском обществе. Отец короля решил переехать в Абу-Даби 3 августа 2020 года, поэтому успел соскучиться по Испании, заявили представители дворца. Известно, что перед семейным обедом Хуан и Филиппе VI провели конфиденциальную беседу тет-а-тет. Стоит отметить, что это первый визит Карлоса I в Испанию после недавнего судебного разбирательства. Уже вечером понедельника Хуан вернулся в Абу-Даби, ведь теперь там его новый дом. Как было указано в письме от 5 марта, Дон Хуан Карлос заявляет о своем желании обосноваться в Абу-Даби. Теперь это его постоянное место жительства, где он собирается устроить свою личную жизнь. Это вся информация, которую предоставил Дон Хуан Карлос. Он будет жить в частных районах, даже если снова захочет перебраться в Испанию. В будущем он хочет продолжать пользоваться максимально возможной конфиденциальностью, заключили представители дворца. На протяжении целого года принцесса Монако Шарлин боролась с серьезной лор-инфекцией, перебираясь из одной клиники в другую. Заключительной медицинской остановкой в рекомендациях врачей стал реабилитационный центр в Швейцарии, где княгиня восстанавливала свое ментальное здоровье и боролась с физическим истощением. После этого Шарлин вновь появилась в Монако и в день праздника Светлой Пасхи сообщила публике о том, что возвращается к своим королевским обязанностям. «Моя борьба была долгой, трудной и такой болезненной. Мне до сих бывает очень тяжело. Когда я вернулась в княжество, то сосредоточила всю свою энергию на своих детях, муже и здоровье, потому что это мой приоритет. Я не хочу торопиться, потому что все еще слаба. Сегодня я чувствую себя спокойнее», — поделилась своими ощущениями принцесса. В период лечения Шарлин пропустила много знаменательных событий. 10-ю годовщину свадьбы и день рождения своих близнецов Жака и Габриэлы. В сети стали появляться новости о возможном разладе в семье, а недавно стало известно, что за свою королевскую службу Шарлин потребовала от Альбера контракт. Подробности соглашения, безусловно, являются конфиденциальной информацией. Однако сообщается, что княгиня попросила у супруга так называемую зарплату, которая поможет ей чувствовать себя независимой. Также в СМИ появилась информация о том, что Шарлин собирается купить дом за пределами Женевы, но принцесса нашла в себе силы прокомментировать данные сплетни. «Вы хотите поговорить о слухах, о разводе или о моем новом доме в Швейцарии? Я до сих пор сожалею, что некоторые СМИ распускают такие слухи о моей жизни. Мы такие же люди, как и все остальные, у нас есть эмоции слабости. Мой муж – это мой защитник, он очень благосклонный. Мы вместе обсуждаем эти ужасные статьи, но он сделал все, чтобы защитить меня и наших детей. Я очень рада вернуться домой, в Монако, к своей семье. Я получила столько положительных сообщений, когда была вдали от Монако. Я благодарна всем за поддержку», — обратилась к публике княгиня. В минувший вторник Шарлин вместе со своей дочерью посетили церемонию вручения наград MAC Fashion Awards, что стало особенным мероприятием для обеих принцесс. Как и все маленькие девочки ее возраста, Габриэла любит платья, как у принцесс. Она делает себе разные прически и даже иногда пользуется моей помадой. У Габриэлы свой собственный стиль, и я люблю поощрять это, ведь это ее индивидуальность. Этот выход в качестве матери и дочери на вручение премии Монте-Карло Fashion Awards восхитил меня. Мы впервые вышли на сцену вместе. Габриэла совсем не переживала на сцене, ей было весело, рассказала о мероприятии Шарлин. Известно, что в ближайшем будущем княгиня появится на водном марафоне Riviera Water Bike Challenge, организованном ее благотворительным фондом.
Также принцесса Шарлин посетит ежегодный бал Красного Креста, который пройдет в начале июля. За неделю до того, как отправиться в Великобританию на празднование платинового юбилея в честь 70-летнего правления Елизаветы II, Томас Маркл перестал разговаривать. У него наблюдалось высокое давление и плохое самочувствие. А накануне отец герцогини Сассекской был срочно госпитализирован с подозрениями на инсульт. По информативно-западных таблоидов, Маркла-старшего погружали в машину скорой помощи с кислородной маской на лице. Несмотря на то, что он проживает в Тихуане, Мексика, он был через границу доставлен в клинику Чула-Виста, штат Калифорния. Сообщается, что Томас не мог разговаривать с врачами, поэтому записывал свои симптомы на листке бумаги. Спустя несколько часов информацию о госпитализации подтвердила его старшая дочь, Саманта Маркл. «Мой отец в больнице. Мы просим о конфиденциальности для его здоровья и благополучия. Ему просто нужен покой и отдых. Мы молимся». За последнее время ему пришлось пройти через многое, особенно на нем сказались выходки моей сестры. «Ему просто нужно немного отдохнуть», — заявила Саманта репортерам. Меган Маркл, в свою очередь, пока никаких комментариев не дала. Отметим, что госпитализация Томаса Маркла означает, что он пропустит празднование платинового юбилея королевы Англии в начале июня. Напомним, с того момента, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, ее взаимоотношения с родственниками стали намного напряженными. Близкие постоянно пытаются задеть герцогиню Сассекскую, обвинить в клевете и высказаться о ней нелицеприятно. Елизавета II приехала на цветочную выставку в Челси в приподнятом настроении. Перед публикой она появилась на личном гольф-каре, не скрывая счастливой улыбки. После того, как королева пропустила множество светских мероприятий, ее очередной официальный визит стал поистине долгожданным событием. Гольф-машина Елизаветы II получила почетное звание Rolls-Royce среди гольф-мобилей, и стоит она почти 78 тысяч долларов. Для удобства королевы в авто встроен мини-холодильник и картографическое устройство с сенсорным экраном. Аппарат питается от батареи и может проехать 50 миль без подзарядки. Счастливый настрой королевы вернулся к ней почти через неделю после того, как она неожиданно появилась на королевской конной выставке в Виндзоре. Это был ее первый публичный выход после того, как она пропустила ряд мероприятий за последние несколько месяцев. Пару недель назад Букингемский дворец сообщил, что у королевы наблюдаются эпизодические проблемы с передвижением. Но, судя всему, сейчас выход из положения нашли с помощью гольф-машины. Совсем скоро Елизавета II будет праздновать платиновый юбилей своего правления. По этому поводу в Лондоне состоится парад «Trooping the Colour», в рамках которого представители королевской семьи традиционно соберутся на балконе Букингемского дворца перед подданными. Поклонники ожидали, что вместе с остальными приветствовать зрителей парада будут принц Гарри и Меган Маркл. Тем не менее, супруги отказались от королевской почести. Поэтому накануне Елизавета II лично пригласила пару на мероприятие. Теперь стало известно, что на этот счет думает принц Чарльз. По словам королевского эксперта Камилы Томмини, наследник британского престола был крайне огорчен решением королевы пригласить пару на балкон наравне с другими членами монаршей семьи. Окончательное решение герцога и герцогини Сассекских пока неизвестно. Эксперт отметила, что при любом раскладе, несмотря на довольно запутанные отношения между родственниками, все будут сохранять на публике хладнокровие, спокойствие и подчеркнутую вежливость.